Всем здравствуйте! Смастерил из старой болгарки такой небольшой гриндер, так сказать, слепил с того, что было, особо сильно не заморачивался. Было когда-то на стене приблуда, вот на наждаком. Хотел из нее сделать гриндер, но что-то не понравилось. В моем городе наждачных лент длинных нету, так что особо не стал мудрить. Решил вот на такой сменном диске со сменными наждачками болгарку на уголки, это к стене, приварил, все затянул, ничто не шатается, ничто не люфтит, работает от кнопки на стене вывел. Пусть немножко шумно, но свою работу делает на ура. Попробовал тут со своим делом справляется. Так что как-то вот так вот. Сменные диски меняются и пластины. Здесь расслабляем, угол тут убираем, меняем диск, какой хочешь ставишь, обратно закручиваешь, регулируешь. Все. Пару минут и, в принципе, работа все готова. Вот как-то так. Всем спасибо, всем пока.